считаем. Вот, пожалуйста, 700 километров северо-восточнее Красноярска. Ну, куда уже? Ну, дальше я знаю, что там дальше. Дальше на Иж, по-моему. Вот. Тогда давайте, значит, сделаем так. Что-то все читать не будем. Это все интересно. Опять же, вернетесь, почитайте. Я пока выберу то, что мне понравилось у человека, который имеет высшее образование, которая близка мне по духу. Потому что она придумала такое название. Зима мобилизует процессы, которые называю волей к жизни. Похоже, нет? Запас прочности, воля жизни. Пусть это разное, но представляете, человек о чем подумал. Воля к жизни. Вот. Они другая форма жизни. На них влияет все. Почва, вспоминайте. Плотность воздуха, положение солнца относительно данной местности. Чем ближе к младенческому возрасту, тем легче они осваиваются в новых условиях. А мы о чем с Антоном Валерьевичем говорим, с Сафроновым? Мы говорим о том, что начинайте с семян. Вот. И если такой умудренный человек, как Елена, вот она с нами. Вот она, человек, который имеет свой взгляд, свои наблюдения. Вот, смотрите. В 17 году следующий кандидат посадил волшебные косточки. Ну, там часть из них ушла к соседям, ладно. Вот. Теперь, смотрите, посадила, вспомнила саде дублере, то есть в двух местах. Растет. Специально в двух местах получилось. Подписываюсь, посадка на холмы, да. Косточки всходят не все в один год, да. Правильно. Любой обрезки табу, да. Сами переходят в кустовую форму. Да, чем севернее, там больше кустовую форму. Самое страшное, вот эти вот южные придумали штамбы делать, это я от себя добавляю. Вот, снизу чик-чик-чик убрать целый метр, а потом еще несколько этих самых в разные стороны смотрят скелетных веток, потом еще на метр все убрать, и опять чик-чик-чик. И вот, а когда они стараются принять кустовую форму. Вы понимаете, вот она, Елена Логунова, противостоит тысячам этих суперспециалистов, которые бы это не было бы, если бы начать бы с детей, и которые бы в детстве бы им объяснили это самое, что я сейчас объясняю вам, взрослым. И они бы никогда бы не делали бы штампы деревьям, да еще в холодных регионах. Видите, повторяю от души, любуюсь этим. Сами переходят на кустовую форму, да. Мобилизуют внутренний ресурс жизни в экстремальных условиях, да. Вспоминаю это. Благодаря вам, вашим бесценным рекомендациям, опыту. Щедро делитесь, волшебный сайт, Так, я не знаю, вот единственное, что... Первая мысль, Елена Логунова, вы с ума сошли? 700 километров северо-восточнее Красноярска, а? Ну, что я скажу? Маньчжурцы, сыновья маньчжурцы. Прививки Амура на маньчжурцы. Ну, вот эти вот еще будут. Так, теперь. И про это я уже сказал. Из телефонного разговора с Еленой вырубили тайгу вокруг и начались ураганные ветра.